Без капитального ремонта с 1970-го речь о визитной карточке Ульяновска, гостинице «Венец». Здание возвели по проекту ленинградских архитекторов. И по тем временам равных областной высотке не было. 22 этажа, 3 ресторана, 2 кафе, собственное почтовое отделение и 4 сотни номеров. Годы шли, а вот развития «Венца» нет. Все осталось на своих местах. И к 2022 году изрядно устарело. Вытащить гостиницу из прошлого поможет одна из крупнейших компаний в сфере гостиничного бизнеса. Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Ульяновск заключил очень выгодную сделку. Мы получаем инвестора, мы получаем через определенный период времени полностью реконструированный гостиничный комплекс. Мы получаем увеличение потока туристов в город Ульяновск, а значит, мы получаем дополнительные доходы в бюджет. В ближайшее время специалисты оценят масштабы работ, почитают смету. После грядут большие перемены. Они не коснутся, пожалуй, только названия гостиницы. Номеров станет в 2 раза меньше. Свободное пространство организуют под развлекательные площадки. Заменят и систему коммуникаций. На все это направят 750 миллионов рублей. Это общая сумма инвестиций в проект. Это совместный проект. Мы на это всегда смотрим как на партнерство. Проект важный для города, важный для его жителей, потому что это рабочие места, это привлечение туристов, привлечение бизнеса, которые приедут и инвестируют или оставят свои деньги, вкладывая их в город, в его инфраструктуру. Свою работу гостиница приостанавливать не будет. Так сохранятся рабочие места и, что немаловажно, доход. Сейчас он составляет около 130 миллионов в год. После реконструкции цифру планируют увеличить. Венец – часть мемориального комплекса, возведенного к столетию Ленина. А потому все изменения, которые коснутся фасада, будут согласованы с горвластью. Александра Никитина и Даниил Сурков. Правда ТВ.